Всем привет, друзья, с вами Кэрри, добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем прохождение игры Dying Light. А вот переждали мы в тот раз ночь, так сказать. Взломать что-то можно? А нахрена? А если мне пиздюлей дадут? Ну я попробую. Только не говорите мне, что я зря потратила аж две, мать его, отмычки. Серьезно? Закрой нахрен. О боже! Джейд! 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 Что будет со скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи в музей и узнаешь. Трой, это Крейн. Райли захватил Джейд. Забрал ее в какой-то музей. Ты знаешь, что это за музей? Музей? Да. Райли устроил там штаб-квартиру. Крейн, не ходи туда. Это настоящая крепость. Ты окажешься в ловушке. Нет, для ловушки слишком уж нарочито. Но ведь туда можно проникнуть как-нибудь незаметно, чтобы застать их врасплох. Не знаю. Дай подумать. Может, Тарик? Он куратор музея. Он может что-нибудь знать о подземельях под крепостью. Отлично, я найду его. Ладно, там есть здание с садом на крыше, там ты найдешь Тарика. Вот. И слушай, если будет возможность, найди себе новое оружие. Оно будет не лишним. И кровью уже написано-то. Так, ну получается, что вот мы пошли за Джейд. И вот такая вот жопа у нас получилась. Что за новый предмет я могу создать? Ну, покажите мне. Армейская винтовка, отмычек у меня... О, две аптечки. Да. Я буду создавать еще одну аптечку. Я буду создавать аптечек максимальное количество. Ну, лук рейнджера у меня есть. А что-нибудь такое жесткое могу создать? Что-нибудь прям вообще жесткач какой-нибудь, прям вообще жесткий-жесткий. Вот оранжевый уровень, это мне подходит. Прям вообще мне нравится. Так, ладно. А, секунду, я же могу это. Я же могу улучшить его. Верно? Так, свободный разъем. Давай крестоносца выберем ему. Здесь джиггернаутовый. Нет. Все нормально. Да. Все зашибись, хорошо, красиво, мощно. Так, что у нас тут? Алкоголь? Блин, мука сраная, ладно. Я столько всего насобирала, там уже столько нужно всего это. Так, ну мне надо на выход, получается, да, я так понимаю? Ты что, дурачок? Ну иди пиздюлину отхватишь. Больно тебе? Вот так вот. Что-то из этого получило. Не, нужно тут это, повыше забраться немножко. Здесь надо что-нибудь повыше забраться. Еще повыше. Здесь только повыше, по-любому, по-другому вообще никак. А что это такое? Осмотрите. Трой, я нашел плакат. Предлагают какие-то испытания. Слыхал что-нибудь про это? Трой, прием. С Трой нет связи, друг мой. Но я готов объяснить суть испытаний.
Я Бозок. Это мои плакаты расклеены по всему городу. Прочитай описание, пройди испытание, и в конце будешь вознагражден. У тебя явно избыток свободного времени. У меня есть причины. А теперь у тебя есть причины согласиться, верно? Нет, пошли в жопу. Я пока не, для испытаний вот особо не готова-то, на самом деле. Так, а чё, я с фонарем типа бегаю? Да. Как дебил, как всегда. Что ты там сказал? Ты здесь? Ты кто такой? Что ты там сказал нам? Так, ладно. Отвлекаться на всю эту чепуху. Ёшкин, твою мать. Надо бежать за Джейд. Спасти надо, тем более, как Крейн не втюрился вроде как. Вроде как и жалко. Все-таки теперь своя баба. Нет, тут немножко... Ниже, блядь! Ладно, хуй с тобой, повыше, так повыше. Да ёперный ты балет-театр! Где я? Пиздец. Забралась, называется. Давай. Давай сюда хотя бы. Оп. Нормалёк, ещё и сундучок какой-то сейчас сломаем. Дышит, сука, в ухо мне где-то. С двух отмычек трудно взламывать, это ничего. Так, ну инвентарь заполнен, ладно тебе. Так, подожди. Что у меня в рюкзаке? Давай вот эту херню выкинем вообще. Вот так вот. А это мы возьмем монтировочку. Нормальное предложение, нормальное предложение. Так. Ну чё, бежим за Джейд, да? Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной. Попытайтесь занять её. Блядь, живи! Давай воткнем. Ну, давай, ебанутый, сюда иди, давай. Вот же и бабошка, ладно, хер с тобой. Привет. А, ты живой! Хер вас поймешь, живые вы или нет. А здесь зомбик. Ну, надо полностью все их уничтожить. Привет! Хуя ты типа сильный? А теперь вроде как и не сильный. Бывает? Ну все, теперь эта зона у нас безопасная. А, это мой этот.
Что-нибудь тут лежит ценное вообще? Неужели ничего не похавать, не залутать? Так не бывает вообще-то. Ну ладно. Самое главное это что? Что зону-то одну безопасную. Дай мне прыгнуть нормально. Мы открыли. Вот так вот хотя бы, да, корявенько, но... Так, выход из безопасной зоны, да я знаю. Так. Как бы мне лучше-то пробраться? Ну, допустим, что вот... Допустите, что меня... Нормально. Так, теперь бы мне на крышу бы сюда. Вот так вот, ага. О, вообще идеально. Умер? Умер, нормально. Так, давай, едем. Так, едем хорошо. Приехали. Так, ну я считаю здесь практически, так что ты это. Хрен моржовый, на много я там не рассчитывай. Так, я так думаю, что мне лучше, конечно, вот так вот. Вторжение X прям такое. О, здорово. Давай поторгуемся, давай. Ой, нифига, что у тебя? Что-нибудь оранжевого уровня у тебя есть? Давай я тебе продам до хрена чего. Я тебе все зеленое. Могу вообще продать на изи. Сколько у меня вообще бабла? А, нифига, 7,5 косарей. Навыки, а чё же вы это молчите-то, а? Это что такое? Сборка щита. Научитесь усиливать щит различными эффектами. А, это что? Это что? Лучше ремонтировать. Вот лучше ремонтировать, это вообще шикарно. Так, ты из Хан, да? Ну ладно, мне не к тебе вообще надо-то. Мне вот сюда вот надо. Тарик? Тарик? Чего тебе надо? У нас нет ничего, только малость еды. Братан, не парься. Меня прислала Трой. Трой? Слава богу. У меня нервы не к черту с тех пор, как я нашел этого мальчика. У него никого не осталось, а я как-то не очень умею заботиться о детях. Я здесь не поэтому. Но Трой обещала кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. Музей? Но Трой говорила, что кто-то придет мне помочь. Она обещала. Ладно, Тарик, расскажи, как пробраться в музей, я постараюсь тебе помочь. Раис захватил музей. Он убьет тебя сразу, как только увидит. Значит, надо, чтобы не увидел. Трой говорила, что ты был куратором. И что если кто-то и знает, как попасть в музей, так это ты. И как же туда попасть? У тебя есть акваланг? Нет. Плохо. Там есть вход с одной изумрудного пруда, но придется долго плыть под водой. Тебя вряд ли хватит дыхания. Вряд ли не значит, что обязательно. Так что я попытаюсь. На дерзкий крейн такой, да я так на одном дыхании. Так, все, найдите подводный вход у изумрудного пруда. То есть ему насрать, да, акваланг не создается, да, типа. Блядь, бежит, сучка. Давно поебалу не получал, что ли? Так, нормально.
О, господи. Не умирай, твою мать, так-то. Ой, здрасте, пошел в жопу, ебаный ядовитый говнюк. Пацаны, вы хуяртесь, короче говоря, а я просто побегу. Отстаньте от меня. Мне нужно на здание срочно, куда-нибудь, вообще срочно. Похеру куда, но мне нужно. Как бы мне забраться? А вот так вот, не знаю как. Кафешечка, вам не надо в кафешечку? Так. Чё это за херы? Спокойно. Парни, а вы чё за хрен это вообще такие? Челик, тебе нормально? Набор реквизиций? Охренел, что ли? Я замещу тебя сейчас, нахуй. Да ладно, да нет, я не так хотел. Я хотела не так. Я хотела человеку помочь. Опять что ли отсюда бежать? Пошли нахрен. Что-то какие-то зомби дикие пошли, прям. Так, теперь. Надо четко вот сюда, да. Я думаю, о. О, еще одна аптечка. Было бы шикарно на самом деле. Да. Больше аптечек лучше, как я всегда говорю. Прям моя любимая фраза. Реактивная ебанушка. Ну я уже близко, считай, к пруду-то. Что там нахрен происходит? Зомби вылезают, что ли, вылетают? Давай в мягкое. Оп! Все, пацаны, отвалите, я иду плавать. Все, я охлаждаюсь. Водичка шикарная, гнилая, то, что нужно прям. Фантастика. Ваши воды фантастика, понятно? Как будто мини-Венеция такая у них тут получается. Да, побыстрее. Mm-hmm.
А не видно ни хера. Видно. Так, нахуй, насколько меня хватит? И где в случае чего брать воздух? Вот здесь. Хорош. Подожди, надо осмотреться. Подыши, чутка подыши, погнали. Сколько у меня аптечек? 6, отлично. Патрон-то как мало. Ой, это как мало патрон. Можно это взломать? Мне очень нужно. Ни хрена, да? Ну погнали, штаб Раиса. Сейчас будет жарко, я так чувствую. Трой знала, какой музей имел в виду Раис. Изначально это была крепость, а теперь Раис устроил там свой главный штаб в секторе 0. Мне нужно пробраться туда, пока с Джейд ничего не случилось. Пока ее не убили. Или еще того хуже. Да-да. Да-да. Было там что-то такое. Что ж все так жестоко-то, а? Все в блевоте, не в кровище, как всегда. Опять плывем. Ну, поплыли. Ой, ща бы всякие зомбики не трогали. Что такая напряженная музыка? Мне не нравится. Я зомбарей не трогаю, пусть они меня не трогают, нахуй. Так, подыши. Поплыли. Плывем дальше. Вообще это так прикольно выглядит, я вам скажу. Рыбы тут как-то живут с этой гнилью, вообще пиздец. Рыбам тупо насрать, где плавать. Им главное, чтобы плавалось, а остальное по херам. Я надеюсь, что я плыву туда, куда надо. Ну да, вроде туда, куда надо. Только давай быстрее, пожалуйста, братан. У меня сейчас воздуха не хватит, да? Не, хватит, нормально. Живем. Начинается. Давай тут не превращайся, твою мать. Хотя, в принципе... Ну, превращусь я, по сути дела.
Трой? Трой? Я тебя слышу. Я внутри. Это было самое легкое. Ты ж понимаешь? Умеешь ты подбодрить, Трой. Не мое это дело. Ладно, удачи. Спасибо, спасибо за удачки. Блять, а где я? А можно обратно? А нахрена так сделали? Что за... Вот ты такой сейчас тихий, просто пиздос, да? Тихий, просто ебануться, да. Немножко пиздюлей себе сам дал. Так. Ну, тут только один выход. Зажигательный тратить жалко, как бы. На нахуй. На нахуй, разлетается, станет красиво. Ой, красиво разорвало. Все или еще? Так, да, пацаны, ничего не знаю, но мне нужен винтовочный патрон. Ну, вы поняли, да? Так, тут вас так много разлетелось. Чё, у вас тут сцена, да? Больше нет ничего по углам, никакого такого лута. Монтировка. Спасибо, блядь. Давно не виделись. В этот раз ты украл у меня кое-что, и теперь я плачу тебе той же монетой. Я не торгуюсь с придурками, Раис. Я заберу либо Джейд, либо твою единственную руку. Решай сам. Ты не в том положении, чтобы требовать, Крейн. Сперва тебе надо напрячься, заслужить право требовать. Бей его. Ебать, спасибо за такой презент, ну нахуй вас. God damn it! Blow him to bloody pieces! Да-да-да-да-да. Как щенков размотала, твою мать, ей-богу. Oh,
Что у меня там есть? А коктейля Молотова нету, да? About time. Как он с такими дебилами вообще? Это лучшие твои бойцы? Я могу целый день так махаться. Блять, где это? Что это? Подождите. Ясно. Ух ты, твою мать. Ну это ты, конечно, лишь куда, Украин? Махаться он так целый день может. Shove it up your ass. You're dead now. I got you. Ты же нахер умер. Poor Jade. Бедная Джейд. Ей без тебя так одиноко. Она же тебя ждет. Иди и возьми ее. Сейчас я соберу патроны со всех твоих долбоящеров. Так, мне надо сначала вот так. Потом вот так. Подождите, насколько я помню, тут дебилов много. Винтовочных патрон тоже. Ну что ж, вы кусочки долбоящеров. Ой.
Вы хотите мне сказать, что это все, на что вы способны? Это и есть вся ваша мощь? Да без проблем. Oh, no. Да ладно, давай, ты не надо тут превращаться. Найди ее, Крейн, давай. Она не будет ждать тебя вечно. Сейчас тут будет миллион этих долбоящеров, наверное, да? Так, где тут вход-выход? Ага, набежали. Крейн, 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 чё тебя же сдалась? Откис. Тоже хочешь на это место? Это все, что ты мне хотел показать, или чего? Ой, извините. А, вижу. Скоро к ней придет гость. Поспеши, Крейн. Давай, Крейн, ты плохо стараешься. Найди ее, пока ее не съели. Че, охренел, какое съели, блядь. Так, пожалуй, сделаю-ка я вот так. Вот лишнее мне помешает. Все? Подожди, Джейн. Джейд, Джейн, блин. Всех собрала уже. Тут нету ничего такого, что я могу собрать. Мне нужно собрать патроны. Вот это весело. Так, что у меня там есть? Секунду. Сюрикены. 20-30 сюрикенов, 10 топориков. 5 ножей. Откисло? Да ни хрена. А взрыв пакеты есть? А пошли в жопу, ребятки. Опусти меня! Опусти! Пусти! Пусти, козел! Да не так я хотела, не так, блядь! Ах ты, козел! Вслед за мной туда отправитесь, козел. Чё, я не могу на того козла опереться, что ли?
Тут лучше сразу делать вот так. Убейте мутантов. Без Б. Да без проблем, сейчас подожди. Ты чё, вас не видно нихера? Блин, ну на вас патрон тратить, хотя в принципе патрон-то дохренища. Целиться надо в голову. Давай, тебе не надо. Началось вот это вот все. Я пришла, открывай давай дверь мне. Джейд! Черт! Что они с тобой сделали? Со мной все хорошо. Тахир ударил меня по голове, когда вел сюда. Дай мне минутку. И я буду как новенькая. У тебя нет такой роскоши, как минутка, Скорпион. Все твое время, которое еще осталось, в моих руках. Спасибо, Крейн, что починил мои антенны. Я слышал все ваши переговоры. Как ты думаешь, я тебя вычислил, госпожа Альдемир? Или доброго доктора Камдена? Как я, по-твоему, разорвал связь между секторами? Это я здесь правлю, Бау. И поскольку данные Зире теперь у меня, ВГМ сделает так, как велю я. Значит, вы мне уже не нужны. Тахир. Тахир! Ух ты ж, ебать. Охренели, что ли, сразу так? Я не успеваю, чуваки, если что это. Отстань от Джейд, блядь! Дай! Да нет! Да блин, что-то слишком жестко началось! Я не успеваю то ли читать мне, то ли бить, то ли Джейд спасать, то ли... Хер пойми чего. Отстаньте! Да не надо, не надо! Я люто умахаюсь, люто убиваю, люто! Да отъебись! Да нет! Давай, Джейд, пошли отсюда. Джейд, ты ранена? Тебя же не укусили, нет? Я в порядке, просто... Дай мне секундочку. Милая Джейд далеко не в порядке, Крейн. Ее укусили и заразили уже не один час назад. Как благородно с ее стороны, что она это скрывает. За ногу цапнули. Тебе незачем было это знать. Тебе снова приходится делать выбор, Крейн. Твой бесценный скорпион скоро переродится. Но и ты тоже. Кто получит дозу антизина? У кого будет шанс выжить? Тебе решать. Конечно, Джейд. Джейд, вот, возьми.
Нет! Давай, тебе нужнее, у тебя еще действует предыдущая доза у меня. Точнее, Крейн, обещай мне одну вещь. Когда все случится, убей меня собственноручно. Я... Обещай! Джейд, я не могу! Крейн, ты меня слышишь? Джейд, where are you? Джейд, где ты? Джейд? Ёбный в рот, все, глюканы пошли. Слушай меня, Крейн. Ни хера нет. Крейн, ты меня слышишь? О, нормально, вон открыто. Джейд, где ты? Джейд! Мы ж вообще не в ту сторону шли-то. Ну ладно. Какие-то одинаковые ворота. Слушай меня, Крейн. Ой, какие глюканы-то у него серьезные прям вообще. А, нормально, выходим. Что за? Какие-то одинаковые сраные ворота. Туда-сюда, хрен пойми чего. А, во, прогрузочка пошла. Я знаю, тебе хотелось меня спасти. Далеко не каждый на твоем месте предложил бы препарат другому. Да ладно, алло. А, у него ж тут все будет в виде вот этих глюканоидов. Но теперь уже поздно. Для меня уже поздно. Да харе тебе! Вот это глюки. Первосортный, я вам скажу. Первосортный глюканы. Так, я тебя вижу, я иду к тебе. Сперва я винила тебя в смерти Амира. Мне хотелось тебя убить. Но я поняла, просто пришло его время. Пришло его время уйти. Хера его штырит просто вообще. Мы все смертны, Крейн. К чему отрицать очевидно? Это просто бессмысленно. Да куда ты улетела? Я даже не поняла. Так, а куда мы идем? Фу, расчленёнка какая. Пацаны, чё, учимся? Да как ты? Да ты долети! Блядь. Извините за опоздание, урок был очень таким... продуктивным. Пацаны из зомбари учатся. Мы приходим сюда, в этот мир, а потом умираем. И это никак не изменить. Oh, please not now. Вот это движ вообще. Да ладно, ладно. Не злись. Я хоть правильно иду, я не понимаю ни хера. Но мы не можем прожить свою жизнь так, чтобы она имела значение.
Я, конечно, женщина, все понимаю. Это какой-то пиздос в сознании. Я иду, иду. Крейн, save these people. Доктор Зеро. They don't deserve all of this. Когда он нас просил спасти этих людей. Какие жестокие сцены пошли. Жизнь Амира имела значение, а теперь его нет. Жизнь Рахима имела значение, и его тоже нет. Если жертвую своей жизнью, я спасу всех в Коране, значит, я тоже жила не зря. Так, вот так, ага. Пипец какой-то, то уже пошли эти скилл-тесты из GTA-шки. Не надо, не надо. Куда меня выносит? Подождите. Что за стадия ебанутства? Don't take that away from me, Crane. Не отнимай у меня и это право, Крейн. Я родилась раньше срока. Врачи были уверены, что мне не выжить. Но я боролась. Я боролась, работала над собой. Очень упорно работала. Я стала чемпионкой. Я стала скорпионом. Я оставила след в этом мире. Пришло мое время, Крейн. Меня уже не спасти. Дай мне спасти тебя. Дай мне спасти тебя. Нет, нет, черт возьми, не заставляй меня так поступать! О, нет, господи, Джейд, как же я? Прости меня, я не хотел. Одному из нас надо выжить, Кайл. Помни о том, что ты мне обещал. Такая драма, а выбор все равно делают за тебя. Печально, Крейн. Ты. Идите сюда и убейте их. Хрена себе, она очень крута. Ебать, это просто что-то с чем-то, а не баба. Пиздец. Это закон природы, Крейн. Убей или убьют тебя. Сожри или сожрут тебя. Вот это жестко, жестко. Прощай, Джейд. Эх, а она ему нравилась, мне кажется. Тахир, убей этого мудака! Прискорбно, нечего сказать. Вы, американцы, не знаете, когда надо остановиться, да? Кто такой, нахуй? It's too late.
And there's nothing you can do to stop it. Отстань. Уебуйте. You can't win. Why can't you understand that? Вам не победить. Как же ты не понимаешь? Где он, блядь? Тахерчик, тебе пиздец. За Джейд. Какой нечестный прием, а? Сука, ну это очень нечестно. Я ж тебя раскрою на месте. Я слежу за тобой, придурок. Больно тебе? Давай, давай, бросай. Промахнулся. Ну мы под спинами уже каким-то бегаем, судя по всему. Ну давай сюда-то иди, я тебя жду. Ах ты пидорас, а. Смотри, какой вёрткий-то, а. Чё, без ножей не справишься? А чё мне оружие-то не дали? Чё это за бой неравный такой, я не понимаю. Где Рейс? Этого ты никогда не узнаешь, малыш. А что это за хуйня? А это нечестно. Да не надо так, это нечестно. Да нечестно, ни хера. Какую нахрен аптечку? Чё, долбанулся? Что за мудаки-то, блин? I'm not done with you. О, топор гвоздодер, пизда. Да что за козлы-то такие? Я-то себе ресы восстановлю. Да так нечестно. Ебать ты гнида. Вот ты сука. Да ты сука, так нечестно.
таких мудаков попробуй найди еще. Да я тебя тоже поебал на щелку. Что ты думаешь, один такой крутой, что ли? Тахир. Хуй сгнил, давай. И не таких, как ты, уёбывала. Монтировочка ещё есть. Шо, сдулся, что ли, Тахирчик? Вперёд! Какой будь это, Хирыч. Ой, ой, ебу, пошел ты нахуй. Я бегаю быстрее. Пошел нахуй, так попытка не удалась. Мимо, Тахирыч, мимо. Что, терминатором все возомнил? Пошел нахуй, ладно. Ты только по той стороне, что ли, бегаешь? Это все, что ты можешь? Ой, блядь. Не получилось, да? Ой, блядь, а я бегать умею. Я сама такая дергаюсь, типа мне пизды дают. Давай, давай, терминатор хренов. Ой, бля. Это точно этот воин Раиса? Какой-то дебил. Пошел нахуй, догони. А ты меня догони, козлин, догони. Что ты мне показываешь? Поебал дам тебе. Пошел в жопу, а вот этот нечестный прием пошли. Что это за танцы, дедули? Ну-ка. Я добью тебя, нахуй, мне похуй. Добью тебя и закончу серию. Ох ты ж, почти, практически. Все, нормально, победил, понял? Вы поглядите. Вот ради чего умерла Джейд. Валяется на полу. Раис, наверное, уронил, когда пытался укрыться от пуль. Черт, тут только образцы ткани. Где второй пакет? Иди к черту, Крейн. Ого, смотрю, как-то тебе поплохело. От таких ран ты вряд ли оправишься. Ну, значит, убей меня. Не надо бы. Надо бы бросить тебя, чтобы страдал, чтобы получил по заслугам. Да? Так чего ж не бросаешь? Потому что таких, как ты, надо добивать до конца, чтобы наверняка. Ебать, суровый мир. Трой, это Крейн. Крейн, ты жив? Трой, Джейд мертва. О, нет. Мне так жаль. Мне действительно жаль. Это не просто слова. Что случилось? Она спасла мне жизнь. Снова. Умерла. Спасай меня.
Крейн, тебе еще надо отменить приказ министерства. Ради этого Джейд пожертвовал собой, чтобы ты сделал все необходимое. Умник там, рядом. Он придумал, как передать сообщение? Да, для этого нам надо встретиться. Я передам тебе усилитель, который помог умнику прорваться сквозь блокировку. Жду тебя в безопасной зоне, на полпути к антенне, на которую надо будет установить усилитель. Okay, Troy. Хорошо, Трой, уже иду. Но мы с вами пойдем уже в следующей серии. Конечно, очень печальная серия. Смерть Джейд, это, конечно, трагедия. Подпишитесь на канал, на Твиче, на канал vas.tv, на сообщество ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. А также, ребятушки, не забывайте про колокольчик. С вами была Кэрри. Всем пока.